Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить такую игру, как Dark Souls Remastered. Последний раз я забыл выключить вентиляторы, поэтому, возможно, ты слышал легкое шипение. Может быть, оно тебе давило на уши так, что оно тебе не казалось вообще легким. И последний раз мы с тобой прошли босса эпично. Для меня прошло 15 минут, для тебя целая неделя, я не знаю, 2, 1. Может быть, также 5 минут, я не знаю. Так, что я собирался сделать? Во-первых, давай пойдем в храм огня. Мне интересно, Сигринда там будет или нет. Очень интересно. Это дочь Сигмайра, как я понял. Если она там будет, мы ей сейчас скажем, сообщим не очень хорошие новости, скажем. Ну, извини, так и так получилось, как-то вот нехорошо получилось. Не, ее нету. Ее нету. И славно. Потому что сообщать... Ну-ка, сейчас я посмотрю. Ну, точно ее нету, а то вдруг она там где-нибудь снизу сидит. Ревет. Не, ее просто нет, отлично. Так. Ну, короче, у нас здесь вот все прервалось. Сиглинды нет. А, давай теперь знаешь, что сделаем? Перенесемся к дочери Хаоса. Оденем кольцо, чтобы по болоту могли бегать. Вот это ржавое железное. Так, и пойдем посмотрим. Все еще бегает, видишь, народ бегает, бегает. Если ты не слышишь колоколов, то, видимо, людей нету, никто не играет. А пока ты слышишь, все четко. Значит, все есть. Так. Мы проходим сюжетку. Нам осталось совсем немного. А что нам осталось? Нам осталось 1, 2. Получается, 2 босса осталось, да? Получается, Нита остался. И этот, и главный, и все. Больше. Больше никого, и все, мы всех прошли. Мы... А, господи, всех прошли. Да, конечно, действительно, у нас же еще целый DLC впереди. Вот я прям вообще все прошли, главное говорю, да? Вообще прям. То есть у меня есть теперь выбор, либо идти к Нита, что я, наверное, и сделаю, а потом я пойду в DLC. То есть мы здесь практически все сделаем с тобой. Закупимся и пойдем в DLC. Так, нам теперь нужно вон с той там поговорить. Она, я надеюсь, там есть. Да, она там сидит, все отлично. Сейчас мы придем, она же нас тогда просила... убить там кого-то, и мы такие, да, да, мы типа всех убьем, все окей, ты не переживай, все будет четко, все будет в тему, как ты хочешь того. Ой-ой-ой-ой, я надеюсь. Нет. Все пошло очень не по плану. Еще и комары летят, ты смотри, а. Так. Сейчас от комариков от всех избавимся. Они нам игровую жизнь не портили. Так. Ты смотри, летят. Я думал, здесь безопасная зона.
Или безопасная зона. Они улетают? Куда они улетают? А, ну да, получается безопасная зона. Только странно, что тот толстый за мной побежал. Очень странно. Великолепно, у тебя все получилось. Спасибо, как хорошо, что я встретила тебя. Похоже, тебя больше не назвать глупцом. Моя благодарность не имеет границ. Прошу, возьми это все, что у меня есть. Все, мы собрали всю пиромантию. Покупаем. Все, вообще теперь всю, вообще просто. Вот, всю, какую только можно было. Так, давай прокачаем. По-моему, она до плюс 15 все-таки качается. Сколько там не хватает? Назвать глупым человеком, вот оно как. А теперь ступай. Не позволь себе стать полом. Иначе мое время будет потрачено впустую. Да, действительно, но скорее мое потрачено впустую будет. Твое. Ты тут просто так сидишь, ничего не делаешь. А что бы мне использовать? Там 25 надо, да? По-моему, да. Изменить. Да, все. Максимум. Теперь на пламя пиромансии. Теперь на пламя пиромансии. Так, давай все, вообще все, что у нас есть, используем. Ох, боюсь, мне там, мне этого не хватит, блин. Не, ну мы еще в картину, наверное, сбегаем. Там все это восполним. Так, смотри, вот здесь изменяем пламя пиромантии на пламя пиромантии. Понимаешь, да? Прикол. Улучшено. В результате вы получили пламя пиромантии. Видишь, оно как бы круче выглядит. Вот. Но оно сейчас очень мощное. Просто вот просто немерено. Я думаю... Блин, а я вот сейчас уйду. Я докачаю или нет? А у того я могу докачивать? Нет, у того я, наверное, не могу докачивать, да? Ладно, нам... Это что такое? Я понял. Не понял, почему вначале не было этого. Талисманчик, а потом я понял, почему. Потому что я менял это все. Так. Хорошо. Так, давай. Сделаем вот так. Сейчас посмотрим... Тот чувак будет нам качать или нет? Так, дочь Хаоса. Которая подручная дочери Хаоса. Так. Нет, не может, значит, только... Тебе доводилось слышать о Квилане? Чудовищная ведьме, что бродит по ядовитой топе. Никто никогда не видел ее, так что известно о ней мало. А что если она еще одна из сестер Квилик? Она могла бы составить компанию прекрасной госпоже. Могла бы. Блин, ну я сейчас, наверное, буду это. Да, я сейчас пойду, буду в картине фармить. Быстренько пофармлю. И потом вернусь с тобой на запись. То, что это будет небольшая вырезка. Там я наберу где-нибудь, ну, до 100 тысяч я доберу себе. А, кстати, да, вот. Мы встретили три раза Кирка. Три раза его победили.
Его обязательно нужно убивать до того момента, как вы убиваете боссов на локациях, там, где вы его встречаете. Это тут в канализации. Потом второй раз, где мы его встречаем. А, и два раза в изолите как раз. Первый раз там на верхнем уровне, второй раз там на дальнем уже. Вот три раза вы его встречаете перед боссами, не убивая боссов. Потом, ну, естественно, встретили, убили босса, встретили, убили босса. Вот так вот три раза поступили. И после здесь вот будет находиться его вот тело. Это его тело, и тут его костюм. Его доспехи. Вот. Поэтому... Доспехи, честно говоря, так себе, не особо нужны. Так, а я сейчас перемещусь вместе с тобой в картину. В нарисованный мир, вот. Чтобы с тобой вместе, как бы, ну... Ну, с тобой вместе, как бы, в картине. Окажемся, сядем на костерчик. Рядом с костром посидим. Все время хочется сказать «на костерчик». Вот, садимся. И здесь я буду фармить вот этим вот заклинанием. Нет, не этим заклинанием. Кстати, мы что-то заклинаниями вообще не пользуемся. Ну, уж таким. Вот этим вот заклинанием. Вот, будем фармить. Чтобы это было побыстрее, я делал вот этот вот сундук. Символ алчности и кольцо серебряным змеем. Ну ладно, тогда до встречи. Здесь будет немножко перерыв. Но для меня будет много времени пройдет, для тебя это секунда. Так что давай. И вот мы с тобой продолжаем. Я вот, вот так вот решил набрать. Я просто побегал где-то до... 100 тысяч добрал за минут 6 вот таким вот способом. Вот этим вот способом. И подумал, ну, наберу чуть больше. Думаю, не страшно. Так, стоп, запись, да, продолжить. Так, 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 сохрани. Не, и этот таймер забыл включить. Путаюсь, путаюсь. Так что буквально мы с тобой не виделись минут 15, наверное. Так. Меняем обратно на шлем элитного. Здесь можно поменять на... Не можно, а нужно поменять на ржавое кольцо. Мы помним, что из этой локации мы выйти с тобой просто так не можем, поэтому выходим вот таким способом. Блин, а я сейчас только подумал, да? Ага, так. Там просто у нас же Анарлонда теперь темный. Нас будет перемещать к центральному костру, а центральный костер у нас не работает. Поэтому мы с тобой будем его как-то, я не знаю, обходить. Эту незаурядицу, так сказать. А что делать? Как-то придется. Ладно, в этой записи было много положительного. Что-то и отрицательное. Люблю эту заставку, не знаю. Так что смотрите, всегда ее будем смотреть, когда будем сюда попадать. Ну почему-то она, блин, такая классная. Я даже скриншот сделаю сейчас. Такие аккуратненькие скриншотики. Я надеюсь, все нормально. Можно даже вот так сделать скриншотик. Можно сделать еще вот так скриншотик. Прям все, теперь скриншотов будет. Я потом просто, ну, в прошлых сериях рассказывал, что я хочу с ними делать, начать. Ох ты, гадина какая-то, смотри. Ну, вот сейчас я перемещаться тебе не советую. Не советую, потому что у нас темный Анарлонда. Оп. Ну а что делать? Давай всех убивать.
тут больше не вижу выхода, как убийство всех и вся. Что-то мне это не нравится. Что-то они какие-то очень уж крутые. Воображали из себя, что ли, слишком многое. Ты смотри, прям уворачивается и уворачивается. Вот он. Сразу двоих, одним мощным ударом. Так, и вот, вот считай, вот мы где-то, наверное, за 6 минут я где-то до 100 тысяч довел. Ну, где-то за 13 минут, вот считай, мы до 200 тысяч. Ну, если бы там оставались бы, продолжили бы. Так что очень неплохой способ фарма. Но помни, это мы просто в новой игре плюс, а если мы будем, точнее, просто в новой игре. А если будем в новой игре плюс таки как раз, это все будет в разы проблематичней. Так, мы уже считаемся на нижнем этаже, да, или нет? Или нам еще ниже надо спуститься? Или наоборот выше на этаж нам надо? Тут просто костер должен быть. Да, вот, отлично, есть вот, вот здесь есть костер. Хороший рабочий костер. Отдохнуть. Так, опять перемещаемся к дочери хаоса. Опять нам нужно к Велек отправиться. Ага, там просто стена, хорошо. Так. В этом прохождении мы вначале убьем Квилек, а потом придем сюда и поговорим с дочерью хаоса, с этим. То, что в разные прохождения мы по-разному всех будем убивать. Вот в серии мы сейчас вот доведем наше оружие до максимума, если она, конечно, еще здесь будет. Потому что высока вероятность, что она сейчас пропадет. Потому что мы ее купили все заклинания. Я вот не помню, то ли нужно оружие докачать до максимума. У нее тогда она будет пропадает. То ли... О, радость, когда колокол бьет. То ли нужно все заклинания скупить. Вот я в прошлый раз одно заклинание оставил, но я почему-то думал, что мне что-то на все хватит, а мне, видишь, не хватило. Вот. В последующей серии мы с тобой, наверное, не будем души тратить. Ну, когда будем новую игру плюс проходить, мы не будем, наверное, души тратить. Будем их собирать. А нам еще надо будет тоже потом. Мы еще 100% будем качаться, потому что нам надо пару оружий создать еще. Может, мы как раз сейчас тоже займемся, создадим пару. А может и нет. Не, наверное, нет. Надо все записывать по-хорошему. Так, не, ну этого надо убить. Мешаться с... О, один удар! Один удар, просто один удар. Вообще просто ни о чем. Я-то думал. Я-то думал. Так, ладно. Ага, это ты. Я ждал тебя, приступим. Да, давай приступим. Так, стоп, я уже изменил. А, все, я понял. Почему такая спешка? Да нас с тобой чуть не убили. Вот к чему такая спешка. 33, 36 и 40. Отлично, прям хватило. Смотри, не зря. Я думал, до 100 тысяч. Что ж, очень хорошо. Мне больше нечему тебя учить. Наше с тобой время истекло. Было недолго, но весело. Глупый человек, ступай прочь. Больше мне для тебя ничего нет. Ну, грубо говоря, ничего нет. Ничего не сделать.
Ну, раз ничего больше не сделать глупому человеку, как она говорит. Давайте возьмем перчатку, высосем из нее все, что у нее есть. У нее же, наверное, есть душа. Давайте вот так вот. Оп. Что это? Глупый человек. А у нее нет ничего. О, смотрите, встала. Да, у нее ничего нет. Ну, значит, просто забиваем ее. Ты не слышишь голос разума? Я преподам тебе урок. Но повторить ты его уже не сможешь. И чего? Ну, сделай что-нибудь. О, правильно, давай. Ух, ненормальная. Прощайте, мать и сестра. И сестры. Что же ты делаешь? Вот видите, нам ничего сейчас не дали. А если бы она нам не отдала никакие заклинания, то все бы получили. Так, все, тогда меняем обратно на... И... О, на холщовый талисман. Ой, немножечко не то. Так, возвращаемся к костру. Сейчас мы к какому, да, в этом... Ван Орлондо, да, окажемся. Вроде бы да, вроде бы да, Ван Орлондо. Так, поменяем кольцо на... Знаешь, какое? На какое бы нам поменять кольцо, на самом деле? Я даже не знаю. Лучше-то. Давайте с этим побегаем кольцом. А, нет, подожди, сейчас. Сейчас я все поменяю. Нам надо будет с дочерью Хаоса с той поговорить. Блин, опять я... Извините, все время забываю этот вентилятор выключать. Я когда прерываю видео, я включаю вентилятор. Чтобы у меня остывало. Старой ведьмы, чтобы поговорить с этой. О, моя сестричка. Не обращай на меня внимания, мне не очень больно. Нам нечем поговорить. Квилик, сестричка. Знаешь, я еще помню твое прекрасное шелковистое лицо. Если бы я могла хоть раз его увидеть. Все будет хорошо, ведь у меня есть ты. Но обещай мне, что ты побережешь себя. Понятно, все то же самое. Так, до свидания, Квилик. Береги себя. О, привет, рад тебя видеть снова. Но не забывай про прекрасную госпожу, ей нужна компания. Честно говоря, я тебе завидую. Что ей толку от меня? Я же не говорю на ее языке. Так. Понятно. Все то же самое. Ничего интересного больше он нам не расскажет. Можно у него вот эти вот лекарства от яиц купить. Но у меня два имеется. Ну, давайте еще, ну, до 7. 7 возьмем. Вот так вот. Не до 7, а 7 тупо возьмем. Изменять снаряжение нам нечего. Давайте тогда вначале убьем его. Ты. Я должен был догадаться. Ой, я правда этого не хотел. Ну ладно. Заразил нас. Ой, у него что-то валяется. А, наверное, яйца валяются. Так полагаю. Вот вы годины какие, ты смотри. Да, лекарство от яиц точно. Разорвало его как. Так. Блин, а что же делать-то? А, вот все, отлично. По идее, все нормально, да, теперь будет? Квилик, в чем дело? Видите, на это не влияет вообще, можно... Также в ее ордене находиться, ничего страшного не будет. Все, убили ее. Но почему?
И вот душу хранительницы огня получили. Очередную. А я садился на костерочек? Сейчас проверим. Надеюсь, что нет. Надеюсь, я сейчас в Анарлон докажусь, иначе... Ну, хотя тут не так далеко бежать. Есть место одно. Да, отлично. Вот. Так. И теперь отправляемся в храм огня. Храм огня. Там, в принципе, и наверху был еще один костер. Так что не страшно. Я думаю, проход не закрылся от этого. Короткий путь. Но нас, по идее, выбило, да, из ордена. Все, мы теперь никому не принадлежим. Так. Теперь мы улучшаем фляжечку до плюс 6. И больше мы улучшить не сможем, потому что все. Потому что все. Потому что больше тут, по-моему, негде фляг брать. Так, что бы нам сделать с 35 тысячами? 35 тысяч. Давайте посмотрим, какие у нас души есть. Присциллы, Орнштейна, Железного Голема, да? И вот эти вот души у нас есть. Осколок Великой, Великой, Великой. Угу. Хорошо, пойдемте вон к тому сходим, посмотрим, может, у него что-нибудь купить можно. Просто я не помню, что у него еще можно покупать. Айшамай, I didn't expect to meet him. I suppose great minds. Так, доспех. О! Корона темного солнца, да, все темного солнца. Нам 5000 не хватит. А, докупить. Но мы его все равно пока не убиваем. Мы у него докупим. Вот это у нас все есть. Так, ну давай, я не знаю, за 5000 что нам докупить. Давай обычных стрел возьмем. Спасибо, хороший обмен. У меня предчувствие, что мы с тобой еще встретимся. И, конечно, снова выгодно поменяемся. А давайте еще с ним поговорим. Надо кое-что спросить. Боюсь, я ничего здесь не вижу. Нет, смотрите. Что ж, очень жаль, но ничего страшного, не переживай. Ну, понятно. Все понятно. Я просто думал, может быть, нам сейчас это что-нибудь такое интересное сообщат. Серия будет короче, чем остальные. Я так полагаю. Ну, почти там. Она может... Может, будет 29 минут. Может, мы сейчас попрощаемся, и как раз все будет отлично. Все будет все 30 минут, как по сути положено. Вот. Но мы даже не то, что мы... Мы не попрощаемся. Но я сделаю небольшой перерыв, отдохну, и мы с тобой пойдем на... этого... катакомбы, туда вот пойдем. Будем там проходить. Давай кольцо посмотрим, какое лучше одеть. Какое нам лучше одеть кольцо. Да, наверное, вот это. Я, честно говоря, больше не вижу здесь прям супер нужных сейчас колец. Пусть будет оно. Так, так, здесь у нас все. Ну, давай, чтобы серия не была такая прям уж грустная. Кусок красного титанита. А, кусок красного титанита. Это нам огненный чувак, да, должен сделать? Катакомбы.
меня денег нет. Ой. Че я у него сейчас? За что буду улучшать? У меня же денег нет. Мне не на что улучшать. Но мы с тобой в любом случае здесь начнем. Или нет? Не, мы с тобой ниже спустимся. Да, мы с тобой ниже спустимся. Так. Да, вот как раз у него можно большой меч огня, да, плюс 10 довести. 800 это будет стоить. А, давайте доведем. Сейчас отсюда выйдем. Пару этих забьем. Где они тут? Вот этих дурных скелетов. По одному удару. У-у-у. Вообще пару хватило. Ничего не выпало. С них тоже надо будет. По-моему, у меня нет такого щита. С них щит выпадает. Колесо такое. А по-моему, нет, по-моему, у меня не было щита в виде колеса. Вот как они сами выглядят, в принципе. Вот такой вот будет щит, да, у меня нету. А потом выбьем. Так, сейчас мы получим... оружие огня. Отлично. Так, если это все, то ступай сюда. Так, хорошо. Да, все, тогда мы здесь немножко прервемся. Сделаем небольшой перерывчик. Я пойду, наверное... Ну, чай наливать не буду, я, наверное, воды себе налью, попью. Чай что-то не хочу. Вот. И потом мы еще запишем следующую серию.